На 94-м году ушел из жизни советский и российский журналист-международник и писатель Милор Стуруа. Сын журналиста Андрей Стуруа сообщил СМИ, что его отец скончался в американском Миннеаполисе. Его тело должны доставить в Россию, в связи с чем дата прощания и похорон пока неизвестна. Когда это получится в условиях пандемии, сложно сказать. Только что пытался договориться, чтобы организовать хотя бы перевозку его праха в Москву, пояснил сын обозревателя. Милор Стуруа родился 10 апреля 1928 года в Тифлисе в семье Георгия Федоровича Стуруа, 1884-1956, и Нины Николаевны Абуладзе. Его отец в 1942-1948 годах возглавлял Верховный Совет Грузии. Родители дали сыну советское имя Милор, акроним Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская революция. Окончил МГИМО, журналистскую карьеру начал в «Известиях», много лет работал собственным корреспондентом издания в Лондоне и Вашингтоне, брал интервью в том числе у президента США Дуайта Эйзенхауэра. В 1960 году в качестве специального корреспондента «Известий» сопровождал Н.С. Хрущева в поездке по странам Востока. Был одним из авторов книги об этой поездке «Разбуженный Восток», получил за нее журналистскую премию имени Воровского. В 1963 году в фельетоне «Турист с тросточкой», опубликованном в газете «Известия», громил путевые заметки писателя Виктора Некрасова.